Здравствуйте, меня зовут Семина Екатерина, я 1969 года рождения, закончила щепку у Верещенко Николая Алексеевича и Солнцевой Римы Гавриловны. Сразу поступила в театр к Долгачеву, новый драматический театр, и прослужила там 10 лет. Потом ушла в свободное плавание. Ну, опыт в кино достаточно большой, снимаюсь в каких-то эпизодиках, есть роли второго плана, есть и полный метр. У меня время первых, я играла там вот эпизод, очень горжусь им. Кого дают? Ну, дают разное. Соседки, какие-то характерные тетечки, медсестры, сослуживицы, домработницы. Ну, наверное, я такая артистка характерная и комедийная, наверное, тоже. Вот. Что еще? Рост 167, вес 50 килограмм.